Ну, что касается Николя Саркози, вообще человек, он, по-моему, такой, ну, очень харизматичный. И, может быть, конечно, его высказывания какие-то кому-то не нравятся, или как он себя ведет, или что он делает. У него очень много женщин, он очень яркая личность на политическом, так скажем, фронте. И уж как он это вел свою политику и что он там брал деньги или не брал, это вообще, ну, как бы я не к тому. Я говорю о том, что вот этот человек очень яркий. И я считаю, что любой президент или премьер-министр должен, конечно же, быть законопослушным. Закон существует один для всех. Под себя его, каждый президент должен под себя, если будет его под себя переделывать, то это уже получится, как говорил в фильме Шарапов, не закон, а кистень. Поэтому я считаю, что закон существует один для всех. И если уж нарушил закон Николя Саркози, то, конечно, он должен нести ответственность. Но это уже, я думаю, прерогатива суда европейского или какого, не знаю, судить его, доказывать его вину. Надеюсь, что правда восторжествует.